В Национальном агентстве развития квалификации подвели итоги федерального конкурса. Тюменский проект «Время работать вместе» стал серебряным призером в одной из самых массовых номинаций. Конкуренция была очень высокой. Порядка 200 участников в отборочном туре и только 60 прошли во второй этап. О проекте подробнее Яна Пелиховская. Мария Усова учится на повара-кондитера. За плечами победа на региональном чемпионате «Молодые профессионалы», национальный финал. Уже на втором курсе Мария – работающий шоколатье. Я очень люблю кухню, очень люблю кондитерское искусство. Я воспринимаю его действительно как искусство, а не просто приготовление съедобного чего-то. Такая картина для техникума не редкость. 87% выпускников прошлых лет нашли постоянное место. Все благодаря тесному взаимодействию с работодателями. Опыт МЦК попал в федеральную базу лучших практик. Теперь его возьмут на вооружение по всей России. 150 предприятий-партнеров плюс некоммерческие ассоциации. Проект назвали символично «Время работать вместе». Бизнесмены непосредственно участвуют в составлении программ. Здесь мы взаимодействуем с работодателем по вопросу того, какую часть образовательной программы мы можем отдать на производство, чтобы они на реальном уже предприятии студенты работали. Если это по каким-то причинам невозможно сделать, значит, мы обращаемся тогда снова к работодателю с тем, чтобы оснастить образовательный процесс изнутри. Так, например, здесь появилась учебная гостиница, стойка администратора, профессиональное программное обеспечение и уютный номер на двоих. Все как в настоящем отеле. В техникуме внедрили модульную систему. Она позволяет чутко реагировать на изменения в реальном секторе экономики. Получается своего рода выпускник под заказ. У нас есть основная программа, которую мы обязаны реализовать согласно федерального стандарта. Но никто нам не запрещает нанизывать, как бусины на нить, дополнительные квалификации и компетенции, которые за счет дополнительных программ мы можем ему дать. Работодатели таким сотрудничеством довольны. Это вложение в бизнес. В технологических картах техникума сейчас там прописано то, что есть в жизни. Люди получают готового специалиста, по сути, но просто каждый под свое заведение его лакирует. На этом в техникуме останавливаться не планируют. Скоро бизнесмены станут непосредственными участниками и внеучебной жизни студентов. Яна Пелиховская, Александр Зосимов, Владимир Кондратьев. Тюменское время.